Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это продолжение. ФФА на десятерых в Sid Meier's Civilization 6 за Монголию Чингисхана. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше переходите к первой серии. Ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Большое спасибо им за поддержку, а всем вам приятного продолжения просмотра. Я там вообще вот этим рабочим обработаю селитру. А есть селитра у моего союзничка? Есть. Надо, кстати, у него просто попросить сейчас несколько раз. С деньгами проблема у меня. Мне надо караваны в Конго отправлять. Глянем, какие тут у нас самые... выгодные... Кашгар, Мбанза Конго, Каракота, Мбанза Конго, Хофт, Мбанза Конго. Разве что так. Слоны. Что-то я оружейный уже практически построил, но отложим. Блин, и шпиона мне надо читать, переиллюстрировать почту у вьетнамца. Так, меркантилизм это мы можем... Пошли в национализм. Слушайте, селитра у меня одна. Да. Еще и не обработанная до сих пор. 5 ходов до роста. Пропускаем. Еще его обрабатывать далеко отправлять не хочу. Блин, нафига я тут залучил. Ребят, сорян, но мне через минут 10-15 надо будет сорваться, выйти там забрать сумку. Я должен подойти минут на 5. Ну что ж поделать. Надо, срывайся. Но аккуратно. Окей. Так, кого я встретил? Какую-то ГГшку встретил. Грей, что у тебя столько войск там стоит? Охрана столичная. Я чуд построил мне 6 юнитов. Да, я вижу. Слушайте, отойду на минутку, уберите пока таймер. После перехода. Я, в принципе, воевать ни с кем не хочу. Но я сейчас так посмотрел на свои будущие ресурсы. У меня нужно будет куда-то что-то влить большое количество войск. Можете порекомендовать. Порекомендовать с кем воевать? Или что? Ну, типа, да. Не со мной. Я так сейчас скажу.
Пока до этого еще далеко, далекое будущее. Просто слишком большой приток веры. Здравствуйте. Я вернулся. Здравствуйте. А, вы не слышали, что я просил таймер убрать, да? Да я просто в конце бы убрал его. Ты шкал на минуту, если не... Слушайте, вообще, с Вьетнамом-то не очень легко будет воевать, но я не вижу, чтобы он тут сильно... Ну вот тут, конечно, много... То есть нам надо на этот нападать, скорее всего. О, ты придашь мне... Город. Усы. Радость принес тебе. Ну, давайте пока, наверное, шахту поставлю. Блин, зачистили без меня. Ладно, я думаю, эту армию надо сюда возвращать. В чем таймер? Пока продолжаем играть, все нормально? Леш, тебе больше. Ну, я не успеваю пока. Не знаю, я пришел, было полторы минуты. Митла. Ну, на... нет, не помню, один. Надо, конечно, Ереван до 6 добить. Но пока мне, блин, вера нужна еще. Ну, вот тут, конечно, у меня плюс 10 в этом городе, но мне надо еще эти. Так, а давайте мы, может, вот тут миссионера купим. И обратим Данхой. Плюс нам нужен караван из Тунляо. Он тут вот дорогу провести надо. Блин, мне бы еще... полководца возрождения промышленной эры. Почитать, может, проекты после оружейной в Алмалыке. Так, а тут мы в национализм 5 ходов. Так, что там? Давай, я думаю, можно возвращать таймер. Да просто походи уже. Что там у Вьетнама его слоны? То есть он имеет бонус... Во-первых, на своей территории и удваивается... Нет, подожди, удваивает... Подожди, он имеет бонус... Плюс 5 к боевой мощи в тропических лесах, болотах или обычных лесах. Удваиваются на своей территории. Так? То есть здесь у него всего лишь один тропический лес. Ну, правда... Тут, ну, все районы у него на лесах тоже стоят, это понятно. Хотя зачем Кахокию захватили? Хороший же. Я могу
обойти это. Он мне мешал. Так? Кем? Плюс у меня тут Ереван еще будет мне помогать. Так мало. А что слоны? Что? Потому слону. Они стреляющие точно. Ну да, я заменяющие арбалетчика, но это не так сильно будет уже в этот момент, значит. Как там в произведении к охоте в сделку не входило? Так, торговец 175 стоит. Наверное, следующим ходом надо будет купить его. Все во всех тропических лесах поехали лесопилки делать. Ну, а что я его сюда отправил? Тут же я хотел кампус. О, сейчас Вьетнам сгорит. Что случилось? Кто мне напал, под кем вы признаваетесь? Кто-то на Вьетнам напал? Не, у меня пожар начался. Удивительно. Ребят, мне надо отойти. Берите плейстаймер. Я постараюсь побыстрее. Ну сколько ты примерно минут будешь? 5-10, не больше. Ты этот ход уже походил? Да. Наверное, следующий уберут. Окей. Так, давайте спасибо. Города проверим. Ладно, я тогда ливаю. Я столица потерял, у меня 3 города осталось. Но я думаю, это буквально еще ходов 2, и араб захватит. Ну. Как хочешь, если считаешь, больше там мне ничего сделать не можешь, то что ж, поделать, ливай. Да, все, спасибо за игру. Да, спасибо. На хорошей амкатке. Всего, пока-пока. Я, кстати, реально удивлен, почему у Вьетнама так мало науки... Ну, блин, я могу только объяснить, конечно, количеством городов, но, в принципе, те, которые у него есть, должны были неплохо. Он очень слабо растет. Вот в чем у него проблема. Его города слишком слабо растут. Блин, я опять не поменял карточку. Да что такое? Я столько денег теряю. 17 вход теряю просто постоянно. Блин, ну вот механику что... с нечавкой, пожалуйста, нам. То, что на пойму нельзя лица ставить, это подстава, конечно. Мне еще 2 форта бы построить. То есть тут мне надо, получается, инженера делать. Здорово. Тут покупаем торговца. Сколько вы играете в эту игру? Так, я, наверное, просто
лесопилку сделаю. Хотя, может... Не, ну тут тропический лес влияет на кампус. Ладно. Ходов зарядов 3. Мехико. Так, а Рим получается ни с кем не в союзе? Да. Это флот Шумера захватывает что? Индонезию? Да, тут просто темный век было, я вместе не выдерживаю. Кто запретный город построил? А. Dead Inside. Эх, ну ладно. Мне там один или походу оставался. Так, наверное, блин, может военный лагерь построить? Я тут, конечно, хотел проекты почитать. Рим, я там тебе предложение кинул. Мы предложение кинули? Да, да, я тебе кинул вижу. Предложение. Не вижу. Не видишь? Может, сейчас. Ну, короче, я тебе дружбу кидал. Вот что я тебе кинул. Может, а ты в ответ, если тебе надо. Так, я вернулся. Побыстрее. Давай еще раз кинь. Ну, я уже не могу, у меня нету этой. Не, какое посольство? Ну, я не знаю, у меня это все. Тоже нету дружбы. Вот, объявить дружбу. Вот, опять кинул. Может, на следующем ходу, потому что у меня не появляется. А, ты ход закончил, ясно. Так отожми кнопку конца хода. Да, ну, ничего не появляется. Так, я таймер включаю, все тут, да? Не, подожди, подожди. Тебе 3 минуты не хватит. Я не уверен. Вот такое предложение, Рим. Предложение дружбы не появляется. Я понял, я тебе другое кинул, это появилось? Нет. Блин, офигительно. Шумер, ты не против, если я тут кампус разграблю? Кстати, не знаю, почему не я Риму тоже не могу дружбу кинуть. Джакари, что ли? Ну, Тубан, вот между Маджипахитом и Тубаном. Что из всех, кого я могу делать дружбу, это только почему-то с Америкой. Ходим, мне кажется. Нет? Все будут готовы, поставьте плюс. Все походим, ставим плюс. У меня грузится. Говорит, другие игроки делают ход. Так, куда тут побольше? Наверное, все-таки денег. Нет, просто если я в Хаян. А, давайте в Тхалонг.
Ну, очевидно, плюс, потому что я закончил ход, и тогда у меня начался рассинхрон. Всегда снижает усталость от войн. Так, но он действует на античности средневековья. Я тут, у меня будут юниты уже возрождения. Так, я еще не походил. Да давайте выйдем уже куда-нибудь хотя бы, что сидим. Можем просто этот ход заново начать просто и все. О, а что, я тут гавань еще не построил? Не знаю. Просто. Так, ну придется строить гавань на месте. Давайте, наверное, лучше просто реально этот ход заново загрузим, потому что на нем начались рассинхроны. Там еще и Фераксис был. Да надо... Господи. Не, у меня не было Фераксиса. Я подумал, что у меня Фераксис, у меня просто черный экран был и началась загрузка. О, есть на плюс 4. Но пока, наверное, ну, военный лагерь. Совсем корректно, по-моему, сохраняются ходы. Надо начало спускать сюда. Так, я на минуточку отойду, на всякий пожарный, если что, кричить. Не отходи! Я очень быстро. Давай, давай. Плыть. Может, войну Лавенте объявить? Ну, пограбим всякое. Ну, мне надо проплыть как-то мимо Лавенты-то. Я тут. Да, все. О, ты походил и ход загрузился. А, еще жажа ходит? Нет, я не хожу. У меня загрузился 92-й ход. У вас какой сейчас ход? 92-й. Ну, походим в следующий раз, как раз мы загрузим, там все равно таймера не будет. Так. Блин, у нас союз с этим закончился. Может, военный заключать? Одинаковая мощь Америка, Конго и у меня 702. А можно Рим ход закончить? Кстати, это, Леш, сделку, она же закончилась. Да, ну, кстати, а, могу, кстати, принять. О. Нам вам все равно не появляется плашка дружить. Ну давай, Рим, заканчивай. Союз вообще вышел, Рим? Да. Давно-давно. Америка теперь, да господи. Ну подождите. Дили. Долго ход был. Так, я думаю, что мне надо все-таки вести, обрабатывать клетки. Не буду я тут ждать, когда добавится. Так, с клеточками вроде все норм. Кстати, надо бы мне здесь рабочего быстрее соль и табак обработать. Пойдем вот этим соль обрабатывать. Thank you.
Блин, мне, наверное, все-таки с этой стороны надо проплывать. Посмотрим, как он меня больно си... Попробуем. Не буду пока грабить, мне чисто проплыть надо, понимаете? А, есть кругосветка, да? Так, усталость от войны на 25% меньше. 570. Может тут сначала... Вот так, давайте орду, потом обучение в военном лагере. Блин, денег мало. 4 торговец строится. 1. Давайте тут торговца. 2. Давайте тут сначала торговца, потом верфь. Нам нужно больше торговцев. А, тут достраивается. Стоп, так тут пока не нужен. Их мне 2, по-моему, надо всего. Ой, ну тяжело с Витамом будет воевать, в первую очередь из-за подхода. На самом деле, вот этот город, типа, вроде как быстрее бы брался, но у него здесь слишком много лесов. Вот здесь проще. Поэтому сейчас я попытаюсь его обратить сначала. Плюс там Ереван у нас поможет. На издохе. Опять спросил вам. Так. Так, есть военный инженер. Есть караван. Ну, Банза Конго 14. Может, все-таки уже сразу отправлять, чтобы ход не тратить. Так, там еще строится караван. Я могу еще один? Нет, это все. Дарвил предложение. Так, вот тут, наверное, форты построю. Чё-то нифига я не могу предложить на обсуждение. Обман. Так, ну что, тут я объединю, в бомбарды надо будет тапнуться, наверное, уже сейчас.
Ой, как, какая, какое железо. Я только пал... таймер убрал, пока Лёша, чтобы загрузился. Вы там сильно с ходом, остальные тоже не тяните. Окей, сильно не тянем. Рим, предложение, глянь. Кстати, а тут... А вот тут священочка, наверное, встанет. Не буду здесь шахту делать. Дарвил, предложение. О, Рим принял, зашибись. Не. Рим, смотри, что предлагаю. Поехали к Кэшиков. Или может... Блин, может все-таки этого обучения в военном лагере, чтобы точно генерала получить... Рим, примешь такое? Кампус плюс 2, а промышленная тоже плюс 2 здесь. Ну и кампус тут плюс 2. Ладно, давайте тогда сюда промышленную. Ребята, тут надо вырубить. Я не походил. Ну, я буду... Я только недавно загрузился, на самом деле. Как я могу походить? Так, Василий, Василий остался и Лёша. Да. Знаешь, что там Василий, Василий, у него 90 военки, и 2 города осталось. 3. Ну, в принципе, эта сделка была невыгодной, но я пожалел, скажем так. Согласился. Да, решил напоследок подкупить план. А, Индонезия на отдельном острове, что ли, была? Нет. Че, кто не походил-то? Я еще не походил. Играй. Нет, короче. Блин. Все, походил. Да, блин, когда ж ты перекрасишься? Судя по количеству науки, мне кажется, уже сложно будет как-то обогнать Америку. Либо же нужно просто сейчас все силы бросить туда. Как считаете? Вот. Именно по этой глубокая причине... аналитика, спасибо. Именно по этой причине я не люблю играть Америкой. Потому что так всегда. Да, кто тебя заставлял Норвегию забирать? Действительно. Как будто Норвегия это дала мне всю новую. А кто там на материке с ним? Все. Ну, Рим и Вьетнам, которые вот... Вьетнам с ним в союзе, Рим, я так понимаю, сам не хочет нападать, пытается нас подговорить. Рим ожидает технологий. Самолетов, да? Со 150 науки самолет ждать можно в следующей партии. Подожди, флотоводец.
Ну, по идее, должен сейчас набить. Я не хочу покупать за веру, я хочу веру на юниты оставить. Все-таки. Так. Если сейчас каждый ход будет ресинхронным, мы тут умрем вообще. Ну, опять надо будет грузиться, видимо. Просто мы сидим и не заканчиваем ход. А мне кажется, это странно. Ну, потому что у меня ресинхрон был, у меня нету таймера вообще сейчас. Потому что я его выключил, чтобы все стабилизировались. Может, пора его включить? Какой смысл? Если Лёше не хватит времени, он все равно скажет, чтобы таймер выключили. Так что зачем лишние действия делать? Так. Наверное, Виктора надо в Кумасе, на всякий случай. Он точно под Кумасе будет. Я просто, видите, через ту часть иду. Блин, где Кумаси? А, в Кумасе у меня этот сидит. Так, тогда Мокшу, наверное... Мокшу. Знаете, Мокшу пока в хор. Не хочу больше распространять. Я там чисто этим... распространю уже. Не, давайте банк. Лёш. Да, хожу еще. Вы же понимаете, у меня я загружаюсь где-то, не знаю, через 2 минуты, как вы походили уже. Наверное, может, Магадиши. И денег побольше дает. Так, я думаю, надо сюда ставить. Что, я открыл национализм, да? Блин. Закончил. Может, начнется ход, просто сохранимся и опять загрузимся, или как? Ну что, смогу я спасти каравеллу? Я вроде должен смочь. Этот меня проатакует, лавентов... Не, нормально. Пролезем. Так, тут у нас полководец мы получили. А, где он? Вот он. Давайте, наверное, просто перекинем вот так. Так, дороги тут проведены. Ну что, может объявлять войну? Американец сделка.
Уже принял. Блин, надо было тут остановиться. Фак. Давайте я куплю тут кешика. Так, я не могу... Не понимаю, сколько мне надо еще... Мы дружбу будем продолжать. А, я бы с ним не дружил. Я думаю, да, сейчас. Я имею в виду, я бы с Греем не дружил. То, что мне пришлось дружить с Греем, это вынужденная мера. Но он мне не нравится. Большая ошибка, так сказать. Да. Потому что я никому не рекомендую с ним дружить. Не с татами, это же самоубийство. Вот я потому и спрашиваю. Потому что я, если что, готов. Я буду сражаться за весь этот мир. Окей, понял. Конфликт назревает. Да ты сейчас на фашизме переедешь просто все. Это очень интересно. Я просто уже походил здесь, нету смысла мне сейчас объявлять. Так, поторговать бы. Ладно, потом. Не могу пока. Блин, так давайте, может... Блин. И кампус когда-нибудь тут надо, будь здорово. Один. Тут дофига жителей, а районы никакие не ставятся. И давайте я тут дипломатический квартал построю. Все, нафиг. Конечно, понимаешь, его затопит, скорее всего. Спасибо большое. Ты в настройках Дискорда кнопку назначил? Кстати, да, я могу что-то промышленное. Так, мне надо юниты покупать еще. Так, корпус куплен. Давайте еще кирасу. Не кирасу, а летучий отряд. Это объединится в корпус. Так. Рыцарь кешек строится. Два рыцаря объединятся. Даже я, наверное, сразу объединю. Вот так. И давайте, наверное... Давайте, наверное, арба. А здесь кешика. А, кешек лошадь. Так, значит, еще одного арба. Ну, получается, тебе не нужен микрофон просто. Не прошел тест. Вот, что, вырубать надо. И здесь, наверное, надо вырубать. Ну, потому что тут ромашка вокруг. Что мне тут...
этот тропический лес. Так, ну что, Америка, Конго и Шумер. Так, ну-ка посмотрим. Просто ваншоты. Так, здесь покупаем за веру бомбарду. Объединяем. Возможно, мне даже для захвата Данхоя моя бомбарда не понадобится. Я понимаю, что он тут сейчас начнет нападать, но что поделать. Так, у него кирасы, кстати. Против кирас не так круто. Ну, посмотрим. Слушайте, может ваншотнуть? Такое дело. Не хватает лошадей. Ждя кешиком. Тоже нужно тут 5 единиц всего. Блин, а чё я этих объединил? Фак. Ладно, ошибка. Смотри, прием, меня слышно? Да. Большое спасибо за помощь. Пожалуйста. Рим предложение. Вы решили тройничок сделать? Какой-то. Ты всех втроём, убьёшь, скорее всего. Ну да, мне кажется, под фашином всех переехать уже. У нас это война последней надежды. Last Hope War. Это на монгольском было. Я так и понял. Не надо было тебе Вьетнам с американцем союзиться, надо было с Римом. Да.
Сидел бы он тут один, куковал бы вокруг, ну, в нашем окружении. Может быть, что и сделали. Вьетнам? Да. Ну, что сделано, то сделано. Где там флот наших друзей из другого континента? Зачем вам флот наших друзей из другого континента? Ну, бывшие норвежские города, например, спалить. У него тут, например, Нидарос с Галикарнасом очень неплохо дает и науке, и культуре. Тут очень шикарный город. На самом деле нет. Ух ты, Ереван перекупили, я так и знал. Блин. Только я его убить хотел. Я заметил. Класс, через Сент-Луис. Найс. Найс путь. Да ладно. Чего? Даже не это. О, господи, ладно. Так, сколько мне надо? А, хватает мне. Так, а вот пушечка 155. Грей предложение. А, блин, все уже, кешек-ки нет. Ну хорошо, что успел, кстати, купить хотя бы этого. Блин, не успеваю тут, конечно. Бля, почему я не могу отсюда? Тут не холм, что ли? То увидеть. Так, наверное, сюда встану. Очень неплохо. Чуть-чуть не хватает. Забрать. Так, мне нужно. Мне нужны миссионеры. Даже не миссионеры, давайте. Так, Амани. Давайте назначим Амани, чтобы очки эпохи получить. К
Куда мы его? В Алмалык давайте. Так. Дальше покупаем апостола. Благодаря Еревану с утроенной силой распространим. Так, кого мы там обстреливают? Ага. Ага. Ская. Универ. Строители, священное место. Все еще денег стоит выкупить. А кампус. А промышленная зона. Плюс 2 есть. Блин, но на холме. Не хочу. Не хочу. Здесь, наверное, вот сюда поставлю. Средние рудники с стратегическими ресурсами. Да, блин. Ладно, банк. Не могу пока сообразить быстро, что мне тут надо. Меньше боевой мощи теряют. Фановерцев нет, этого я бы не ставил. Давайте либерализм поставим. Я понимаю, что кампус 19, но пока мне счастье нужно. Так, стоим тут. Кешиками. Скачем. Есть маяк, давайте. Торговца. Блин, мне карточку надо поставить было на торговлю с союзником. Давайте торговую республику откроем. Так, мне должно этого хватить, захватить город. 7 ходов должен героически выйти. Очень маленькие города у Вьетнама, на самом деле. Утроенной силой мне нужно. Так. Минус 20. Перебрасываем Виктора. Не, вообще, наверное, Виктора мы в Кумасе оставим. Перебрасываем Амани в Дангхой. Так, это сохраняем. За атаку фланга. А давайте-ка мы сюда пойдем. Где никто не ожидал. Мне надо возвращать теперь. Попробуем захватить Конконг. Ну, Данхой, скорее всего, отвалится.
там сделка. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем.